Продолжение темы спецоперации. «Я не видел страха в глазах наших ребят», – так выразился Юрий Трутнев на интервью одному из популярных военкоров. Не так давно полпред президента посетил зону СВО, пообщался с бойцами-дальневосточниками и узнал, чего им не хватает на передовой. Оказалось, на сегодняшний день военнослужащие остро нуждаются в сменяемости и отпуске. Однако, несмотря на это, боевой настрой в подразделениях – что надо. Страха в глазах наших ребят я нигде не видел, а не хватает нам очень простых вещей. Не хватает и личного состава, в этом отношении какой-то донабор мог бы помочь эту замену осуществлять, чтобы ребята приезжали домой, встречались с родными, приходили в себя, а потом возвращались. Духа у нас хватает, ребят замечательных хватает, но их надо обеспечить. Тем временем в Бурятии продолжают набор на военную службу по контракту. Помочь нашим может каждый совершеннолетний мужчина, годный по состоянию здоровья. Добровольцев обеспечат жильем, медицинскими услугами, деньгами и льготами. Подробную информацию ищите на сайте правительства Бурятии.